Я Халк, и я уничтожу эту планету. Да почему я до сих пор не сдох? Спарта! Всем привет, ребята! Hello! Сегодня у нас Майнкрафт. То есть выживание бизнесменов на деревне. Егор, попрошу тебя не прыгать, а то телефон и так сломан, а ты хочешь его ломать. Хорошо. Чувак, сейчас расскажу подписчикам, что будет. Вот, ты у меня розовый куст. И еще он купил у меня Трисовес. А сейчас мы вместе с ним идем посмотреть, какие красивые кораллы. Это, кстати, бесплатно. Только не говори, Егор, что ты называешь розу розовым кустом. Да. Полнейший. Пошли. Короче, сначала... О, вот это что можно выиграть в теле, ну, голову. I'm ready to... Все. Раз, два, три. Нет, так нечестно. Ну, ладно. Иди-ка сюда, сейчас я тебе дам лук. Сейчас, я так спрячу и лишу. Вообще-то это называется роза, а не розовый куст. Тебе сколько попыток? Одна попытка, 500 рублей. Давай, одна попытка. Всего лишь одна? Давай, о, давай пять. Пять попыток. Да. Вчера это вроде бы легко в Майнкрафте, тем более это. Потом отдашься. Давай. Лук и стрелы. Майн прелесть. А если ты попадешь по мне, то ты проиграл. Один, два, три, четыре. Все. Это вроде было легко. Они резали. Хорошо, сейчас дам. Стой. Ложи сюда лук. Лук сюда ложи. Какой тебе приз и сколько? Ну, точнее, какой тебе приз? Эндер, голова дракона ты заслужил. Голова дракона? Одна. А теперь быстро напялил ее. Теперь, когда я буду... Со мной играет Эндер дракон. Пожалуй, сниму эту попкость. Так, теперь, ты должен купить у меня зелье. Какое хочешь? Вот это. Нет, сначала кидное или не кидное? Кидное. Так, вот это что ли? Пузырек опыта. Сколько вам один пузырек стоит 500 рублей? Значит, 5. 50 тысяч миллиардов. Ну, 5 пузырьков. Давай, не тогда. 3. Ну да. Минуточку. Ты скинул мне деньги? Да. Стой. Ну да. Сейчас уйду от тебя, ты пока забафлися. Баф, баф, баф. Так, пошли далее. Так, кидные, я хочу кидные купить. А какой именно? Ну, можно, в принципе, зелье моментального урона, а то вдруг на меня кто-то нападет. Два? Одно. Так, ну, он на втором уровне, так что два изумруда. Если бы первое было, тогда один изумруд. Ну все, Егорка, прощай. Думаете, просто так купил это зелье? Так, это тут что, а геймик можно или... телек. Это телек продается. Короче, тут можно купить мышку, телек. Мышку или телек, или кого? Пожалуй, куплю мышку. Извините. Извините, вы кто такие, я вас не знала. Мышку? Такую? От Sony. От вас? Два. Нифига, за кнопку. Это мышка. Жеки. Офигеть, сколько ему. Небольшие технические неполадки. Так, продолжим. Пошли дальше. Небольшая гадина. Так, отстань, Жек. Это что? О, так, ведро лавы. Ты уже понимаешь, что я хочу делать с МТРЦ? С твоим? С твоим. Ну, блин, Влад. Так, ведро лавы берешь? Да. Так, а еще ты должен взять этот стрел какой-нибудь. Ну, хорошо, тогда моментального урона. Моментального урона? Да. Сейчас найду. А, вот она. Так, целый стак тогда. О, целый стак? Да. А у тебя хотя бы лук имеется? Нет. Но... Ну, тогда мне это... Нет, слишком дорого тогда. 32. Ну да, 32 из лука. Играем в закидалки. Друг другу кидаем предметы. Стой, я еще тебе говорю. Да. Да. Уникальный урон. Все, погнали дальше. Стоп, а вот есть ты тоже должен что-то купить. О, так. Кстати, Егор, когда я держу типа мышь, и она не подражает мне. Так, смотри, подаем бессмертие и принят. Ну, инструменты, что тебе? Пожалуй, возьму железный топор. С вас один живут. Дай угадаю, стоил поборника. Кого? Поборника стоил. Нет, это на производстве. Теперь ты должен выбрать кровать. Выбирай кровать, которая стоит 1000 рублей. Два изумруда с вас. Два. Интересно, а мы в этом видео успеем еще мое посмотреть? Ну да, интересно. Пошли далее. Та-да! Так, ну пошли. Спортзал! Ну хорошо, хорошо. А, кстати, он бесплатный. Да. Ну давай мне мячик. Короче, берешь мячик. Это же сердце моря. И бежишь вот здесь и должен как бы его закинуть. Если обнаружу мячик в сундуке. Дальше выиграл. Блин, ты мышку свою отдал. Да. Ты просто тратишь изумруды зря. Да.
Ну-ка. Тебе что, не нужна мышка? Нет. Ты можешь комп купить. Комп? Да-да-да. Здесь можно потренироваться. Молодец, ты выиграл. Ладно, пошли дальше. Так, что там сверху? Так. Здесь тузик. Ой, ты выводишь? Чё, не буду вам мешать, там что-то происходит. Так. Тут. Тут можно купить редкие блоки. Ну какой-нибудь купи хотя бы. Ну. Маяк. Давай маяк. С вас 3 изумруда. И еще 2. Теперь надо его как-нибудь оттуда достать. Дерут же деньги. Супер. Психанутая. Ты избил до смерти бедный маячок. Он не бедный. Чё, не бедный? Да. Так может это лучше топором ломать? Ну, киркой тоже нормально. Ага, просто класс. Итак, вот ваш маячок. Что там, сколько минут? 10 минут. Ну, в принципе, на 20 можно. Ну, гони. Ты купил маячок, непонятно зачем, просто осветить территорию. Кто-то меня расставил. Тут что, надо ломать? А, пошли со мной. Ты будешь это делать, получается? Не, я сыпую. Чувак. Смотри, ты мне должен один изумруд за один запуск. А я не сдохну? Нет, выбирай кнопочку какую-нибудь. Это лава. Ты проиграл. Но! Будешь еще раз пробовать? Да. Еще один изумруд. Осталось только рассказать. Что было? Минуточку, нажми еще раз. Там вода. Егор! Это нажми еще раз. Это были выбрасыватели. Это не выбрасыватели. Нажми еще. Ты выиграл. Сейчас надо придумать, как мне туда пробраться. Сейчас я тебе приз дам. И телетона. Нельзя стекло ломать, а то ты останешься там заперти навсегда. Ну нет, я смогу сломать от тебя. Наверное. Мой мозг взорвался. Когда ты узнал о существовании Акселии? Пипец! Ты сломал свой ТРЦ! Поздравляю, вы получили достижение просто нам. Нажми еще раз на кнопку. О, а что если мне... Не надо, там лава вылезет, и ты не получишь свой бетон. Ура! А приз-то ты мне дашь? А, сейчас куча бетона. Two hours later. Так, фух, наконец-то я сломала этот обсидиан. Ты все эти 10 лет ломала обсидиан алмазной киркой? Да. А что я ему люблю? Его надо было ломать деревянный? Не знаю. Если сделать кирку из джунглевого дерева, и если сделать кирку из джунглевого дела, то можно сломать ей бедрок. И будет достижение. А, вот здесь можно ничем не закрывать. Досками можно закрыть. В принципе, нормально. Я упал, блин. Гони мои подарочки. Подарочки, они пип-пип. Так, еще 8 минут. Ну все, ты сам отрасился. Я прыгаю туда и закидываю жить. Надо, вот твои подарочки. Лака-лака. 2 hours later. Подарочки схватил. Так. Это музей, он бесплатный. А здесь ты можешь что-нибудь сам купить у вот этого чувака. Кстати, ты можешь стрелы купить. А зачем? Мне нужен лук. Не стрелы. Все, мы прошли мой ТЦ. Технические неполадки. Все, это клуб Винкс. Клуб Винкс. Короче, все, я падаю. Погнали в мой ТРЦ. Погнали. Время тратится. Время тратится по полной программе. Я не понимаю, зачем сейчас тебя будут покупать кровать, если у меня и так дома куча. Я не знаю. Но ты же меня заставил на все это ерундой принимать участие. Хотя, в принципе, сильно. Какие я? Спарта. Ай. Ой, иди, давай сверху моего ТЦ спрыгнем. Я, пожалуй, какими-нибудь более гуманными способами доберусь до дома.
Ну, вернее, до своего ТРЦ. А я с моего ТРЦ спрыгну. Логичное решение, даже подписчики подтвердят. Подписчики подлоят. Wi-Fi схемка. Где там клуб Винкс мой? Клуб Винкс! Короче, это просто ночной клуб. Сейчас всему миру будет конец. Я Халк, и я уничтожу эту планету. Да почему я до сих пор не сдох? С! Спарта! Это не мой дом. Это не мой дом. Ты поспал в кроватке моей сестры? Вы что, с ней пара? Нет, я ее ненавижу. А она меня просто терпеть не может. Я уже около твоего танца. Точнее, танца. Серьезно, почему я тут заспавнился? У меня же в моем доме. А что там, что-то происходит? Да. Размножение. Технические неполадки. Технические неполадки устранены. Все, я погнал туда, куда, не знаю. Так, а это что такое? Рулетка. Рулетка. Она бесплатная, но тут ты можешь только выиграть, а проиграть нет. Да. Я выиграл! То есть она бесплатная, тут можно просто что-нибудь получить бесплатно. Да. Ты выиграл? Я выиграл! Чё? Ты должен на каждый попробовать. Я проиграл. Зато ты можешь перекрасить своих собак. В тот же краситель, в котором они и есть. Мало процентов. Алмазик 1000 рублей, железный слиток 100, 500 рублей. Фонарь со мной, а я получил 1000 рублей. А это что такое? Так, хоп, тут ты можешь поиграть. Короче, скидываешь сюда изумруд куда-нибудь. Ага. Давай, скидывай. Че, он вороночки уже? Ну все, автомат выключился. Все, я могу играть. Нет. Давай, скидывай изумруд. Ну ладно. Так. А какие у вас тут игры есть? Так, это вот от этого автомата. Значит, тут есть две игры. Это либо CSGO, либо Pac-Man. Советую CSGO, она круче. Pac-Man! Ну, ладно, а на этом мы и закончим. Нам было очень добро с вами поиграть. Ага, ага. Да-да-да, конечно. Да-да-да, конечно. Ну и на этом моменте мы и закончим. Goodbye!